Она появилась на свет рыжая, как морковка, и зеленоглазая, как маленькая нимфа. Разумеется, она не могла быть, как все. «Кто это сделал?» — спрашивали взрослые. «Я». А сама даже и не знала, о чем речь. Просто ей всегда было интересно. А что за это будет? Это хулиганское любопытство сохранится в ней на всю жизнь. Сделать не так, как все, и посмотреть. А что за это будет?